Досрочное голосование на Ямале проходит под контролем общественников регионального проекта «Гражданский контроль». Ямальские общественники подчеркивают, их главная задача – проверить, как проходит процедура досрочного голосования. В единый день голосования 9 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе начнет работу ситуационный центр регионального проекта «Гражданский контроль». В течение дня общественники будут вести в социальные сети ВКонтакте онлайн-трансляции с избирательных участков, информировать о ходе голосования, представлять мнение аналитиков-экспертов.